Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков провел встречу с одинцовскими ветеранами Чернобыля в штабе местного отделения партии на Можайском шоссе. Парламентарий рассказал, что к 35-й годовщине катастрофы, которая отмечается в этом году на базе Одинцовской средней школы номер 17, готовится виртуальная экскурсия по Чернобыльской АЭС. Кроме того, при поддержке Дмитрия Голубкова для всех членов ветеранской организации будут изготовлены памятные медали.